Для изучения электропроводности металлов я приготовила медную пластинку, пинцет, изготовленный из стали, и два колечка, одно серебряное, другое золотое. Для проведения опыта собрана последовательная цепь из источника питания, батарейки, лампочки и двух проводов с зажимами на концах. Я прикасаюсь этими зажимами к медной пластинке. Мы видим, что лампочка загорелась, значит, цепь замкнута, медь – проводник. Аналогичным образом я прикасаюсь к пинцету и двум колечкам. Мы видим, что лампочка всякий раз загорается. В бюксе под слоем масла находится металлический натрий. Я опускаю зажимы в масло. Мы видим, лампочка не горит. А теперь прикасаюсь к натрию. Лампочка ярко вспыхнула. Натрий очень хороший проводник.